По многочисленным просьбам, сегодня готовим пожарские котлеты. Я не думал, что на них такой ажиотаж, но вы, друзья, проявили свою активность, и поэтому делюсь с вами классным рецептом. На сливочном масле обжариваем лук до золотистого цвета. Здесь я его прям очень хорошо солю, чтобы вот прям много соли было. Вот такой золотистый цвет. Теперь воспользуемся блендером. Буду использовать блендер NutriBullet. Добавляем туда жирные сливки, немножко батона. Добавляем туда наш обжаренный уже готовый лучок. И сейчас мы превратим это все в коктейль. Пробиваем все до однородности, и после этого я буду добавлять туда мясо. Мясо курицы, пожарские котлеты. Это у нас куриные котлеты. Они очень нежные, как раз таки отличаются своей сочностью. Здесь я использую и грудку, и бедро. Так значительно вкуснее, поверьте, будет очень сочная котлета. Импульсными режимами пробиваю все это до однородного состояния. Если остаются вкрапления, то мне, честно говоря, это намного больше нравится, потому что вот это мусс, вот эта вот котлета, она становится еще более такой натуральной, вкусный. По классике для панировки нашей котлеты мы будем использовать сухари. Для этого я возьму замороженный тостовый хлеб, замораживаю его для того, чтобы у нас вот такие четкие грани при нарезке получались. Нарезаем вдоль и поперек, и уже подготовленную кнельную массу, да, вот как вы видите, она не фаршеобразная, то есть это прям действительно мусс такой воздушный получается. Из-за этого котлета становится вдвойне сочнее и нежнее, соответственно. С первого раза, конечно, вам будет трудно закрутить эту котлету, немножко она налипает, но все у вас обязательно получится. Оставшимися кубиками украшаем, да, там закрываем какие-то погрешности. Переносим таким образом на противень, на силиконовый коврик, на пергамент. И здесь можно использовать сливочное масло, но мне нравится использовать вот такой вот спрей растительного масла. Он покрывает равномерно нашу котлетку, и она получается вот такая красиво золотистая. Отпекаем в духовке 150 градусов 20 минут. Сухарики невероятно хрустящие. Внутри сочная, нежная котлета, друзья. Это безумно вкусно получается. В комментариях смотрите, у нас классный розыгрыш. Разыгрываю блендер от NutriBullet, поэтому будьте активными. Количество комментариев мы не ограничиваем, поэтому пишите много, выигрывайте, подписывайтесь обязательно на наш канал. И до скорых встреч в новых видео, друзья.